Здравствуйте, товарищи! Добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня у нас в гостях один такой настоящий шеф Хаким Ганиев, спецназ по восточной кухне. У нас сегодня будет такое блюдо замечательное, называется оно плов. Плов мы будем делать сегодня по-фергански. Как делается ферганский плов, Хаким? Сначала берем мясо вот с таким вот курдюком и начинаем разделывать. Потом мы его вытопим и сделаем на основе его плов. Вытапливаем курдюк без, значит, оливкового масла, без сливочного масла, без растительного, а значит, делаем это все из курдюка. Да, естественно. Вот самое главное, чтобы у вас получилось вкусно, вот это вот жилка барани, которую все говорят, что потом баран пахнет, нужно ее вырезать. А значит, жилка пахнет, а баран не пахнет? Нет. Жилка воняет, а баран пахнет? Ну, потому что она потеет, и в ней вот концентрируется вот этот весь запах. Если ее вырежете, мясо не будет пахнуть. Вот она, вот эта вот нехорошая вещь, мы ее выбрасываем. А скажи меня, примерно здесь, где находится эта жилка, которая пахнет? Она находится вот здесь, в жиге. Жиго называется это место у барана. Скажите мне, как ты любишь плов? Больше мяса или больше риса? Везде должно быть соблюдена мера. Больше мяса не сделает плов вкуснее. Убери руки от ножа. Как скажете, маэстро? Это не твой японский нож, это очень острый, древний узбекский. Я просто заботился, чтобы у вас было больше места, чтобы вам было легче, маэстро. Спасибо. Давай включим плиту. Ты включи, пожалуйста. Как скажешь. Каким? Что сейчас делаешь? Мы режем курдюк, будем его вытапливать. Режем где-то 2 на 2. Чтобы у вас масло получилось такое прозрачное, чисто беленькое, нужно обязательно курдюк вытапливать на среднем огне. Только потом поднимать огонь. Потому что если мы начнем его сразу на сильном огне вытапливать, масло начнет гореть, и оно получится темное. Маленькие секреты больших узбекских мастеров. Пока мы мясо приготовили, у нас следующий шаг какой? Мы режем морковку соломкой. И морковку выбираем более сухого сорта. Потому что нам сок от морковки не нужен, а нужно, чтобы морковка питала сок от лука, от мяса. Так нарезаем и режем соломкой. А лук мы режем? На килограмм риса хватает одной луковицы. Лук нужен нам только для ароматизации масла. А самое важное, нам и надо замочить рис где-то примерно 30 минут до готовки, правильно? Если это узбекский рис, то его надо замачивать хотя бы за час. Как зовут этот рис? Этот рис зовут чунгара. Это узбекский горский рис, правильно? Горный рис, да. Горный рис. Первое блюдо у нас готово. Значит, только их потом посолим и лук, да? И лук обязательно, да, добавим лук. Для шкварок мы его делаем чуть-чуть лук. Потом чуть-чуть добавляем сюда соли. Мы не добавляем сюда никакое оливковое масло. Чуть-чуть зиры для вкуса. Зира или кумин. Берем шкварки, снимаем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. И сразу солим, пока горячий, чтобы соль там оттаяла, чтобы оно пропиталось, и правильно? Естественно. Молодца. Поднимаем температуру на максимум и даем нагреться масло. В первую очередь мы прожариваем лук. Вот он должен так заскворчать. Значит, сколько нам и надо лук, да, обжарим? Пока не покраснеет. Лук уже у нас становится красным, добавляем мясо. Мясо добавляем, не сразу туда бросаем, а добавляем вот так по стенкам. Если бы добавили мясо сразу в масло, масло бы остыло, и у нас бы мясо начало тушиться и вариться, а не жариться. Особенность того, что в казане жарится, горит-то по стенкам, правильно? А середина не горит. И поэтому мы не будем бояться, что у нас лук подгорит как-то. И подождем чуть-чуть, пока мясо прогреется. Сколько это будет вариться? Ну, где-то 15 минут. Вот у нас мясо, видишь, прогрелось. Теперь мы можем его мешать. Уже получаем корочку. На этом этапе, когда вот так мясо у нас пожарилось, мы можем солить, она не будет выделять из себя никакую жидкость. Солим ровно столько, сколько нужно мясу. Какой размер у тебя мяса и морковки, и лука, и риса? Ты можешь нам расскажешь? Килограмм морковки, килограмм риса, килограмм мяса и 100 грамм лука. 100 грамм лука? Да. Понятно. А мы мясо сейчас добавили чуть-чуть побольше, потому
потому что ты предпочитаешь больше мяса, чем рис. Ну, морковки немножко. Если вытащишь, это будет замечательно. Морковку мы распределяем ровным слоем, не перемешивая, чтобы она тоже чуть-чуть прогрелась. Но это не надо. Это лишнее, да. Когда морковку положили, на морковку чуть-чуть вот так сыпем соль. Это нужно для чего? Понять, прогрелась ли морковка. Если соль у нас растает, тогда значит прогрелась морковка. А скажи мне, если мы сейчас это все накроем крышкой, оно будет быстрее? Она пустит сок, понимаешь? Так что крышку закрывать не надо. Не надо. Промоем рис, пока умножается морковка. Ставим его по проточную воду, холодную. Не надо его тереть, нужно брать его вот так. Просто отпускаем, он сыпется, от друг друга трется и очень хорошо промывается. Растаял наш соль, теперь мы перемешиваем это все. Морковку жарим ровно столько, чтобы она стала вялой. Вот у нас морковка прожарилась. Значит, становилась мягком. Не мягком, а вялой так. Вялой. Да, вот она, видите, вот так раз, она сгибается. Мы добавляем сюда где-то литра два воды, чтобы покрыло наши ингредиенты. Чуть-чуть соли. Сержик, она не должна кипеть сильно, потому что когда сильно кипит, бульон станет мутным. Ага. Правильно? А мутный бульон рис впитывает плохо. Ага. Поэтому не даем сильно закипеть. Ага. Как только закипит, мы убавляем огонь. Понятно. Понятно. И минут 20-30 должно у нас тушиться. Прибавляем огонь на максимум, даем хорошо закипеть, берем рис, вот уже здесь прозрачная вода, мы сливаем ее, берем шумовку и выкладываем рис по периметру казана ровным слоем. Разравниваем. Должна быть у нас подогретая вода, кипяченая, чтобы не остановить процесс жарки. И мы доливаем сюда воды. Вода над уровнем риса должна быть где-то 1.5 сантиметра, не больше. Чем ее перелить в начале, лучше ее долить потом. Нельзя тревожить там то, что внизу. Все ингредиенты должны остаться под рисом. Вот на этом этапе мы пробуем еще раз на соль и солим рис сверху. Чтобы понять, что там воды нету, нужно взять шумовку и побить по плову. Если будем слышать такой глухой звук, нету, Серж, воды здесь уже кончилось. Молодца. На этом этапе мы вот здесь делаем такую лумочку. Это у нас для зиры. Серж называет ее... Ну, кумин. Да. А мы называем ее зирой. Я не делаю ни одного блюда без чеснока, тут чеснок. А мы чеснок не положили, потому что мы делаем классический ферганский. Это плохо. Накрываем и срочно убираем на самый медленный огонь. Итак, мы минут 15-20 томим плов. Плов у нас потомился, готов. Убираем отсюда наш пропаренный перчик. Переносим сюда на стол. Аккуратно все перемешиваем. И уже сверху можем положить перчики, символизирующие мужскую силу. Настоящий шеф мафии из Фергане, узбекский ризотто, Хаким Ганиев, Серж Маркович, ТВ Джем. Спасибо. До свидания. До свидания.